Мощный взрыв прогремел во вторник в центре Дамаска. Жертвами теракта стали по меньшей мере 4 человека, около 20 получили ранения. Как сообщают СМИ, боевик-смертник подорвал себя в центральном квартале сирийской столицы Джиср-аль-Абьяд. Террорист привел в действие поезд со взрывчаткой при входе в здание, где располагается центр по оказанию помощи семьям погибших бойцов правительственных сил, сообщает Тартас. Конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году, уже унес жизни более 120 тысяч человек. По сообщениям СМИ, сирийские войска во вторник приступили к операции по освобождению Маалюли. Там боевики захватили старинную часть города, где находятся христианские обители и святыни. Остается неясной судьба 12 послушниц и настоятельницы старинного монастыря, которые оказались в руках боевиков.